jump. Ruby was a motherfucker reject. Then I cut my wrist and have a motherfucking reject. Still broke at the world, a motherfucking reject. Rogue hoes asking if I see a ghost. Tell them no, I just keep broke. Ребята из компании Avid Life сделали охуенную флейту. Всем советую. Всем привет! Вы находитесь на канале Cushion and the Vape. Сегодня у меня на обзоре мехмод от компании Comp Life. Мехмод приходит к нам вот в такой коробочке. Есть сам логотип компании и название устройства Avid Life. На обратных сторонах нет ни сертификатов, нету больше ничего. Открываем коробочку. Нас встречает сразу ремкомплект, то есть с одним рингом, отверточкой под шлицевой винт и тремя болтами шлицевыми. Далее нас встречает сам мехмод, батлдека. По всей видимости, это проставка под дриптип. И я так считаю, что это радиатор, который также идет под дриптип. Скорее всего, под 510. Не знаю, правда, зачем он. Поговорим про сам мехмод. Сверху у нас расположен 510 гибридный коннектор с посадкой под 24 мм. Раскрутим его. Очень мелкая резьба, что, мне кажется, не очень хорошо. В принципе, к резьбам нет у меня никаких претензий. Они чистые. Нигде ничего не закусывается. Далее. Выкручиваем кнопку. Сразу видим 6 отверстий под вывода газа, толкательный элемент и сам контакт, который будет соприкасаться с минусовым контактом аккумулятора. Далее мы можем сделать подстройку под аккумулятор, и толкательный элемент будет вылазить. То есть кнопка у нас идет с блокировкой. Так, кнопка, соответственно, закручиваем ее, она не будет нажиматься. Далее разбираем саму кнопку. С кнопкой нужно быть очень осторожным, так как внутри у нас два магнита. Раскручиваем аккуратно, чтобы магниты не вылетели и не разбились. Вот. То, сам толкательный элемент. Первый магнит. И есть также второй большой магнит. Давайте поговорим про саму батлдеку. У нее два боковых отверстия, которые не регулируются. По всей видимости, стоит 810 дриптип. Но мы его, конечно, проверять не будем. Но у нас есть дриптип в комплектации, ну, он двухоринговый, ну, смотрится это, конечно, непонятно что. Ну да ладно, есть гравировка самой компании Comp Life. Далее у нас трехстоечная база, в принципе, ну, не сказал бы, что прям с глубокой ваночкой, но в принципе пойдет. Три шлицевых винта и гравировки логотипа самой компании. Дальше у нас идет хорошо выпирающий пин, серийный номер, роспись и название самой компании. Давайте все это дело соберем и запустим наш мехмод. Сначала мы будем собирать кнопку. Нам нужно будет вставить контакт вот сюда. Далее нам нужно будет аккуратно соединить магниты. Не забудьте проверить полярность, чтобы магниты отталкивались. И придерживая контактную группу, мы по резьбе накручиваем саму кнопку. Все, кнопку накрутили. Далее накручиваем нашу дрипулю на гибридный коннектор. Накручиваем кнопку. Аккумулятор мы будем вставлять плюсовым контактом вниз, так как отверстие под вывода газа у нас внизу. И накручиваем сам коннектор. У нас идет автоподстройка под аккумулятор. Аккумулятор внутри не болтается, это уже есть хорошо. Далее мы убираем блокировку кнопки. И у нас жарит мехмод. Из плюсов данному мехмоду я могу поставить за его уникальный дизайн. Следующий плюс я поставлю за огромную комплектацию. Следующий плюс за блокировку кнопки.
Из минусов я могу поставить только за 510-й дриптип. Он здесь, мне кажется, вообще ни к чему. И за какой-то непонятный радиатор, который также положили в комплектацию. Ребята из Комплайфа могли бы положить хороший 810-й дриптип под эту батл деку. Огромное спасибо магазину Паровоз за то, что предоставили это устройство мне на обзор. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Также подпишись на мой канал, поставь лайк, поставь дизлайк и обязательно оставь комментарий под этим видео. Всем спасибо, до новых встреч и пока! We'll be right back.